Здравствуйте, я Владимир Доронин, Юлия Пересильд. В октябре 2021 года впервые в истории человечества на орбите Земли снимали художественный фильм под названием «Вызов» с участием российской актрисы Юлии Пересильд. Судьбе было угодно, чтобы она стала первой актрисой в космосе. Вместе с режиссером этого фильма Климом Шипенко 37-летняя актриса, мать двоих дочек, провела на Международной космической станции 12 дней и благополучно возвратилась на Землю. Для фильма нужно было снять эпизод с хирургической операцией на легких у пострадавшего космонавта. И хирурга-тарактолога как раз и играет Юлия Пересильд. Это замечательная актриса, которую мы запомнили в таких фильмах, как «Угрюм река», «Битва за Севастополь», оказалась необычной для себя ипостаси в качестве настоящего космонавта. К тому же Юля очень живой, эмоциональный человек, и нам бы было бы интересно узнать ее впечатления об этом необыкновенном путешествии в космос. Ее спросили, а нельзя ли все это было сделать с помощью компьютерной графики в павильоне, и вот что она ответила. Нет, никогда этого не сделать, и потом, кто бы что бы ни говорил, это невозможно, это неправда, такого все равно не снять. Я про космос ничего не знала, не понимала. Когда мы туда прилетели, мы поняли, что сколько бы людей про космос не знало и не понимало, ты туда прилетаешь, и все совсем по-другому. Возможно, зритель сможет это почувствовать на себе и совершить с нами это путешествие. Ее спросили, а какое главное ощущение в космосе? Самое главное ощущение, что вас здесь несколько человек, а вокруг ледяная синева. Оно, видимо, так вас соединяет, ты все время чувствуешь дружеское плечо. Мне этого ощущения не хватает на Земле. А как вам теперь на Земле? Я скучаю по МКС. Для меня это идеальная система мира. Там нет национальностей, нет границ. Все люди всегда открыты, и ты видишь насквозь, далеко-далеко. Да, очень интересно, что у них из всего этого получилось. Премьера этого фильма намечена на 2023 год. Он выйдет в канун Дня космонавтики 12 апреля. И хочется пожелать создателям этого фильма успехов и удачи. И Юле тоже. Ну, а теперь несколько мудрых высказываний от красавицы-актрисы и космонавта Юлии Пересильд. Соревнование между мужчиной и женщиной так же глупо, как соревнование головы и сердца. Как говорится, эти слова не мальчика, но мужа. Юля – взрослая и объективная женщина. А вот слова о семейном счастье. Отсутствие семейного счастья способствует карьерному росту. Не знаю, как вам, но мне кажется, в этом высказывании есть доля правды. Ну и на посошок. Мы капризничаем, плачем, ругаемся, обижаемся, подозреваем, но очень хотим быть другими. Помогите нам. На сегодня все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь. До новых встреч!